знався цей захід з чудового сюжету матеріалу про те студентство, яке фактично і розпочало те, що потім ми назвали революцією гідності. Це чудові відкриті щирі обличчя дівчат, хлопців. Ще вчора я зробив, мені мої дописувачі на Фейсбуці надіслали ролик про те, як під час філософського зібрання студентства Миколаєва Медведчуківська вата з українського Львова запропонувала студентам подивитись документальний фільм а-ля «Хунта здіваються над мирними жителями Донбасу». І яка чудова реакція нашої молоді, як молоді хлопці, дівчата демонстративно вставали, виходили з зали, їх зупиняли, вони все одно виходили, почали сварити тих організаторів, щоб відбратися. Тому, перш за все, я хочу подякувати нашій молоді за те, що вона є, що вона така чудова. Я багато разів зустрічався із студентством на Луганщині, зокрема, і з школярами. Я сам вже казав, це абсолютно. Це майбутнє дії України, про яку я мріяв останні 25 років. Я це не маю. Я здебільшого це вже минуло. А ви це маю. Тому це мати велику таку увагу в своїй роботі, я приділяю саме майбутньому моєї держави. Тут було запитання, а чи відбуваються на війні забавні майбутні. Звісна річ, життя ж не стоїть на місці. Буває вся. І я чогось пригадав, у мене, мабуть, і з моєї змови власного, досить найбільше у мене вибачив, коли Ваня розповідає, досить важко вночі пересуватись без освітлення або ветерами, або машинами. Перший такий шок і переляк посеред Донеччини раптом тиснув.
якщо брати загальну уяву про героя, так, це має бути, по-перше, обов'язково чоловік. По-друге, кремезної статури, міцний, особливо я такий знаю лише тільки, чесно кажучи, твору. Костя. Вже не покладу. Ти собі розпіш. І Пашка Дмитрій. Оце два такі. А здебільшого, ну, абсолютно звичайні люди, абсолютно. Ви будете проходити поруч з ними на вулиці, ви навіть ніколи не здогадаєтесь про ті внутрішні можливості, які всередині десь у цій. Женя Адам розповідав про так, досить, скажімо так, ну, не без деталей, звісно, річ вони просто ніколи зараз не потрібні. Про ведення війни, скільки він пережив, скільки він боїв, через які ад хлопці пройшли. Я, чесно кажучи, досі не знаю, як він в тому танку без папа все їв. Хто зараз мені на світу літає, в нього народний шахар. Підкреслюю, так? Повно вставлюсь. Ви кажете, герої такі. Молода людина. Але всередині такий стрижень є у наших багатьох людей. Не можна ані зламати, і не скорити. Я дуже вдячний тим людям, що так склалося моє життя особливо, що я з ним особисто знайомий, що в нас дружні стосунки. А коли була нагороджувальна церемонія, яка була влаштована по музеї Великої Вітчизняної війни у нас на Печерську, дуже велика зала, я не знаю, скільки там навіть півтори тисячі. Вона була повна. І перших, здається, там 4-5 рядів сиділи хлопці, які вже є кавалерами ордену Народний Герой України. І коли я вийшов на сцену розпочинати церемонію нагородження, я вам дуже щиро. У мене аж мурашки по шкірі. Така енергетика, її ніколи з цим не збудеш. Я реально відчув, що зараз можна сказати вперед, і ми підемо вперед, прямо ставши з цієї зали, і нас ніхто ніколи не збудеш. Це лише тільки внутрішні характеристики тієї чи іншої людини. Якби нам власні очі побачили, може ви зустрічалися, Галю Алмазову, Вітеру. Ну, вона може тобі покличе. Ні. Ні? Менш? Така сама. Так, ні. А звідки в тієї тендітної жінки така сталева воля і жодоба допомагати, рятувати? Те, що розповідали про волонтерів, звісно, було б об'єктивніше доцільно, аби про це розповідали саме ті хлопці, які допомагали волонтери. А не тільки волонтери, але волонтери трималися на підтримці самого українського народу. І я запам'ятав чудово наш перший фактично виїзд в зону бойових дій. Це був повна ваха, як тільки туди прибула 51-ша бригада.
що взагалі уяви ніхто не мав про всі ці такі волонтерські дії, волонтерські рухи. І до нас спочатку, ну, хвилин на 15, так передивлялись, що це за якісь куркурі приїхали. І нас перетутили з автолавкою. Почали підходити осторожно. А по чому вода? Ми скільки тобі ящик, така вона віддає, а скільки я прийшла. А в той день вони отримали заробітну плату. А скільки я вони стоїть, такі так виділяються, бувають. А не скільки беріть, а не точно. І найкомедніше запам'ятав цього чоловіка на все життя. Він невеличкого зросту, такий дуже каплавужний, юркий такий. Він стояв острове, дивився хвилин 40. Потім так підійшов мене в сторону, підглянув, наполовину заліз в машину, побачив броніки. Ще тоді це була така дивина і новина. Так, о, броніки, каже, по чому? Кажу, далі, по чому? Що, точно безкоштовно? Точно. Я один візьму. Взяв той броник, приміряв, а він йому майже аж до три. Ви нікуди не уходьте, я зараз повернусь так пальчиком на стіну, чудово. Побіг до свого підрозділу, повертається, і вже хлопці цілу список намалювали. Потреби якісь цього, все відверто почалося, а тоді був той командник на Луні. Чесно кажучи, перше відчуття реального сорому і безпорадності, яке я особисто відчув, це коли ми заїхали на Луну до народного героя Едуарда Шевченка з спецназ центру. І коли ми до них перший раз заїхали, ну, зазвичай капе. Яке там посеред поля кафе? Банка. Ці залізобетонні блоки і якась там дерев'яка. І стоїть чоловік, мабуть, років 40-45. Нас пропустив, потім ми вертаємося. І він каже, ребята, ви можете мені щось привезти? Я спочатку не зрозумів. А тоді ще у нас за штатом, то зараз є такі красиві, а форма тоді була, яку в народі назвали ще за радянських часів, стекляшка. Бок, без міста. І в нього пропали брюки, і просить людину допомогти, бо неначе загинув. І це був підполковник. Чесно кажучи, мені настільки стало боляче за цих людей, які ризикують щоденно своїм життям для того, щоб ми могли спокійно працювати, відпочивати, а вони, ризикуючи життям, навіть не мають змоги перевдягнути. Чесно кажу, дуже боляче. Шалений стрес для мене особисто був. На жаль, він так само прив'язаний з 51-ї бригади, якщо пам'ятаєте, це під Волноваховою. Перший випадок, коли наші воїнські збройні сили все знали великої втрати, коли просто це поле практично. Покидьки в притулу розстріляли 12 хлопців. Це було через день після того, як я біг. Я тоді три доби не міг заснути, пам'ятаю ті обличчя. Я потім бачив рекомендарні з'їздки військової прокуратури, коли проводили слідчі дії. Там ніякого ворога не було, просто хлопці про дві підійшли.
Сережа, дякую вам за те, що, я сподіваюся, тут присутні наші ті люди, які дійсно цікавляться і переймаються тими подіями, що відбуваються. Дякую вам за вашу громадянську позицію, за ту підтримку, яку ви навіть просто своєю присутністю в цій залі, повірте, надаєте тим самим звичайним людям, які щодня ризикують власне життя, на жаль, і подалі скажуть, щодня, що ми отримаємо інформацію про кількість поранених і загиблих. Війна триває. Будемо боротися і обов'язково переможемо. Дякуємо вам. Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять всіх загиблих. Это самое
запоминающе, самое, ну, честно скажу, то время, которое и грустишь на самом деле, и гордишься, потому что за время, за эти 3 месяца я получил очень много опыта, и самое важное, я увидел много нового, стал понимать, где хорошо, а где плохо. Там на самом деле все только на две. Есть хорошо, есть плохо, есть правильно, есть люди открытые, есть враги. Вот, поэтому это большой опыт. И самое важное, это появилось у меня много друзей, настоящих, искренних товарищей, военных. У меня отец свой военный, сам стал военным. Я Евгением Жукровым учился в военном институте, так получилось, что после ушел с армии и там был преподавая офицером, испытателем, где-то преподавателем, даже командиром добровольческого подразделения. Поэтому я вам скажу, что самые лучшие друзья это армейские друзья. Ну, те, кто в армии служил, они поймут, те, кто воевал, но это не значит, что не может быть. Да, и единственное, я скажу, что у меня ребята есть погибшие из подразделения Соловайска, ну, слава богу, что в Егорске есть только раненые, хотя там не менее такие были бы столкновения, было окружение, то есть супер. Ну, да. Вот. Я вам скажу следующее, мне многие поймут, те, кто любой командир, любые задачи, любые достижения командира, награды, погоны, должности. Я сейчас на большой должности, вроде молодой, да. И это все благодаря моим подчиненным, благодаря команде, благодаря ребятам, которые действительно выполняли то, что как ту задачу, какую, как была поставлена задача, как положено, достойно, мотивировано в первую очередь, или на тем, что они защищают свою родину. Это вся заслуга ребят и то, что жив, и были разные ситуации, но на самом деле есть много, на самом деле, мало меньше грустного, чем позитивного. Поэтому я вам скажу, что здесь нужно тоже брать позитивный момент. Хотя есть, конечно, и погибшие, и раненые очень грустные. Поэтому я как бы лучше бы на вопрос отвечал, чем рассказывал, если есть, конечно, такие вопросы. Сейчас полиции для меня закончилось, временно закончилось. Но я в душе военный. Поэтому вы гоняете с полиции, поэтому вы гоняете с полиции. По отношению к тому, там российские... Ну Женя говорил, да, было, получилось, и после Давайска, в Новосельском, было приколо, ну, одна колонна была, в голове колонны из Донбасса, мы с ребятами из Т-батальона, и с Т-батальона, с Первого Града, там, вот, в Новосельском был, потом прием, и обстоятельства были в этом, такая ситуация, долго рассказывать. Но я скажу так, был регулярных войсках российских, под Иловайском, у нас колонна, когда мы сражались, все были регулярные российские войска, они даже шевроны не отрывали. Тут отношения были, у нас были пленные русские солдаты, потому что колонну разбили, нам пришлось взять высоту, русские там подбиты были танки, и погиб, и много со стороны противника погибших, но были пленные. Ну, соответственно, пленных мы первых, но это был наш гарант, потому что мы уже понимали, что это безвыходная ситуация. Вот, мы там, вот эта вся группировка, мы их первых прятали в этих там, погреба, там кто-то был небольшой, мы их прятали, чтобы оставить живых. Во-первых, никто не издевался, где-то допрашивали, где-то, конечно, были, потому что все на эмоциях, ребята погибли, очень много погибших, раненых, горевшая техника, все, никто их не катовал, никто их не расстреливал, все это ерунда. Хотя факт, наверное, Екатериновка и так далее, в Красносельске никто никого не расстреливал, русские не расстреливали. Знаешь, что факт был по Новой Екатерине. Добивали там и так далее. В той же ситуации такого не было. И потом, когда уже наказались, потом солдаты в поле сидели, нас передавали, не совсем плен, нас передавали Красному Кресту. 29 или 28 числа. Это был плен, 31 числа я ушел, мы были волновать, мы передали Красному Кресту. Ну, в чем смысл, что отношения нам давали сухое, нам давали раненую воду, воды не было у них самих. Отношения было, я не хочу их оправдывать. Вот.
офицеров, из контрактников, солдат регулярной армии Российской Федерации. Но офицерского военного у них было. Было, и когда офицер меня начальник штаба батальона, не сам батальона, ну, как бы, коллеги, общаемся, все это, говорит, ты пойми, у меня приказ. Вы поймите, я был командиром роты в 79-й бригаде перед увольнением. Если бы мне приказали, я военный, государство приказало. Парень там, какой либо задачи для военных, так же он в этом плане, тем более у них они зомбированы, тем более у них это пропаганда и так далее. Поэтому здесь я не оправдываю, но факт в том, что отношение было человеческое. Не было ни катования, не было ничего. Он дал слово, они передали нас Красному Кресту. Единственное, что ситуация с Донбассом, с ребятами из Донбасса, ну, не получилось, это политика великая. Ребята попали уже дальше, были в подвалах и Донецк и так далее. И выходили уже через какое-то время. Ну и так получилось, что всего этот плен был, ну, так называемый, я не знаю, 3 дня. Раненые сразу передали военные российские, а нас, соответственно, через 3 дня передали Красному Кресту и 31 августа у меня как раз день рождения, мы пропавшие без вести были. Вот, и получилось, что вышли. В декабре 15-14 года обратно пошел, сформировал заново подразделение. У меня было погибшие ребята, с 31 человека, 7 погибших до Соловайска. Когда один в Беловайске, а 6 у меня, когда с колонны выходил, были пропавшие без вести. Вот, так, через 6-8 месяцев нашлись, люди живые. А в декабре заново до декабря формировал подразделение, добровольческое «Свитязь», рота «Свитязь», пошли, поставили задачу в Углегорск, пошли в Углегорск, там обратно окружение. Но оттуда уже вышли без потерь, раненые, но так получилось, фортовно, в этом плане. В принципе, я говорю, что я то, что я видел, то, что я знаю, но именно в Лаваске отношение к нам было. Нас пленные, которые у нас были, ну, солдаты, контрактники, нас потом в поле охраняли. И офицеры говорили, наших пленных никто не может позволить себе, ну, морального права, они должны не могут, у них нет такого, чтобы что-то с нами делать. Поэтому это факт. Я могу рассказать, нас катовали, тогда мне очень нравится. Это правда. Может быть, вопросы? Скажите, пожалуйста, а как сам ставилась эта ситуация, когда вы потрапили в фон? Ну, и ваше это почуття, розумієте? Тобто ви готували до сайту? Ну, на самом деле, тут ситуація, когда колону розбили, там ми ще до вечора, до позна, грубо говоря, ще сражались, тоді там йдуть на тебе танки, а голова колони, там Донбас, добровольці, там у нас пару БМП була, та рота, яка стояла непосредственно в Головайську. Вот, они, ребята тоже там, одну БМП у нас возле нас прям погибло с трапами, ребята сгорели даже. Но я скажу так, что когда одно стрелковое оружие остается, да, там группировка, мы там, по-моему, 4 дома заняли там, на высоте, вот, выбили русских, и когда идут танки, и по рации когда передают, вот, у нас там группировка, как и всей командовал дед позывной, Донбасса был, там, ну, группировка там скупила роты, сейчас вот начальник департамента, спецподразделений по национальной полиции. И когда он передает, говорит, 33-й. Ну, у меня позывной был такой, 33-й. Есть сколько что-то выстрелил этого танка? Нет. Там следующее подразделение. И ничего не осталось. Ну и когда дают команду уже давайте бейте по 3 плексам и так далее, мы понимаем, что это, ну, обречены. Пошли переговоры, разговоры долгие. Дали нам, у нас есть пленные, чтобы дали нам выйти и так далее. Ну, да, уже командир их с их стороны там, да, сказал, что у нас есть номер, я их потом видел, там на Гаполе 13-14 машин стоял, и самоходная установка на него, десантная. Ну, нереально. Ну, он сказал, либо вы так, либо такие условия, мы вас передаем, даем слово, передаем Красный Крест. Ну, на самом деле, нужно было сразу до последнего. Вот та ситуация, потом у меня уже в следующих боях, ситуация, тут важно понимать,
жизнь бойца, жизнь человека, человеческая жизнь. Если есть хоть малая доля возможности сохранить эту жизнь, ну, обречены, можно было бороться, можно там, не знаю, быть героями 300 спартанцев, но можно, как мое подразделение, вернуться в строй и обратно пойти на войну. Можно и так. Не все вернулись в строй, не все вернулись в столовую. Ну просто и было принято решение этой группировкой. Ну а что делать? Мы там забросали это оружие гранатами, все, что ну, по возможности. Ну и, соответственно, дали себе. Другого выбора, ну на той ситуации можно все, можно там. После драки кулаками не машу. Для меня был обозлен человек, у меня отец военный, всегда понимал, что плен это самое худшее. Ну, на самом деле. Смерть, вот говорили до этого, Женя, смерть твоего бойца. Я терял бойца. Это вот это самое худшее. А если дать шанс, чтобы он вышел, вот это есть, ну, есть ценности, да, которые очень, очень важны. Поэтому тут был выбор, был, да, и сидел там, и вспоминал, и о семье, и о дочь, жена, и там из гранаты сидел, ну да, ну, и думал, как поступить. А с другой стороны, ну слава богу, что так. Да, ну с другой стороны, и дальше была возможность, и дальше вернулся в строй, и дальше выполнял. Поэтому, ну, в разные ситуации попадают, например, по-разному. Если человек сдался в плен, это значит, что он предатель. Значит, вот, есть такой момент. Можно все обсуждать, можно по-разному все оценить. Но такая судьба, и это реалии, это не то, что там выдуманное написано. Якщо у вас народиться шоссе, він буде військовим чи полицейским? Ну, на самом деле, я говорил, я больше душевик, ну, я полицейский. Командовал добровольческим подразделением при МВД, но я военный по профессии, военный, учусь, да, пытаюсь получить медицинское образование, но на самом деле, я не скажу честно, его будет выбор, да, но выбор очевиден, как воспитывать, вот, и, ну, не знаю, на душе я больше военный, пока что все равно я верю этим, но это новое для меня, полиция, хочется. Просто хочется делать что-то. Ты каждый мужчина, каждый вообще человек, это мать, да, каждый мужчина, ну, тебя хочет быть героем. Да, для семьи, для родных, для окружающих. Поэтому, ну, а на самом деле хочется делать хорошее, делать, стремиться к лучшему. Для страны, для страны, для семьи, для окружающих. Поэтому есть задача вот сегодня такая, я говорю, какой есть. Есть задача такая, знаешь, что есть доверие, есть понимание. И, ну, есть желание важно что-то изменить. Многие критикуют там и так далее, но многие там оценивают, потому что когда меня назначили, многие тогда еще милиции, там, полиции, те, которые послужили, полковники, генералы, нападают, пацан 28 лет не лезет. Да? Ну, уже практически полтора года, как бы, еще пока что не решили. Поэтому держимся, держим удар, есть задачи. Нет задачи не выполнить. Проблема. Того майора российского патриота знает. Я на самом деле не помню, может быть, но начальник штаба десантно-штурмового батальона. Псовский, да. Они вели переговоры, с как раз группой, которая выезжала основать и нас забирала. Они русские, но им была команда сверху. Хотя он пообещал, что всех. Донбасу все мы видали, а кадровых наших военных? Кадровых, да, и все остальные подразделения. Но потом они уже за колонной гнались, уже было поздно. Нас, ну, пытались не пустить как раз вот эти вот местные там сепаратюги, но ввели колонну до самой, грубо говоря, линии соприкосновения уже на то время, когда за Комсомольск уже подтягивалась на Волновахи, ввели нас Россия. Ввели россияне через все блокпосты. Там в Донбассовце было 14 человек, здається. Нет, там в Донбассовце было человек 150. Ті, що пішли в... Вошли, всех забрали. Очень много. Очень много. Именно как раз на Сельском. Мы грузились возле Помозер, далеко от Многополя.
Я не скажу, могу ошибиться, но по моим оценкам человек 150, 150. Там же є, на Донбасі є території, на яких да, постійно йдуть бойові дії, але ж на цих територіях ще й люди живуть. І такі неправомірні різні, очевидно, ну, дії вчиняються. Як та поліція зараз працює, не працює? Як от такий, да, як порядок там підтримувачі? Війська зайшли, вийшли, наприклад, а всяке може бути? Ну, от моє ясне відставкість, я якраз провіли в Драмаски, був коротко, потім не подразділення особого значення, в тому числі і добровольчі подразділення, в тому числі я поділив їх як раз курів, не руководжу, а штаб АТО, і курів якраз подразділення, які ми передаємо в Главки, в Луганській, в Донецькій області, і якраз виконують задачі в ці міста, в населених пунктах, які... Ну, на самом, я сам в Углегорську стояв, це було, грубо говоря, це був ноль, практично, пункт. Ну, і но на самом деле, когда там участковый, его нет, там действительно кадров очень было, то есть то, что прийти, там не хватает, там, полиции не хватает. И мы им сейчас стараемся по максимуму, ну, дополнительно вот, приданных сил, там, более 1000 человек, мы передаем в Главки областей для того, чтобы как раз они занимались вот, охраной публичного. Раньше мы отошли от того, что когда добровольцы в том числе, это ну, обычная пехота, да, техника, не Роловайский, сражался, да, но теперь мы полиция, у нас чуть-чуть другие функции. Вот сейчас немного мы перешли, то есть как раз выполняем конкретные функции. Но полиции не хватает. И здесь и армейские подразделения помогают, и подразделения Нацгвардии, которые есть там, и подразделения местной полиции глав. Задач очень много, и когда населенный пункт стоит в серой зоне, а там нет ни тех, ни тех, а там полиция, что знает что, есть такие проблемы. Там очень, в этом смысле, там очень много проблем, но потихоньку стараемся вырабатывать. Ну, сейчас задача основная, это максимально комплектовать полицию, набрать и комплектовать полицию именно вот этих вот, в этих двух регионах, которые действительно там рабы, действительно там и рост преступности, и трафик оружия, наркотиков и так далее. Мы это знаем, понимаем, и с этим стараемся бороться. Ну, делается, не делается все. Война сразу так не выиграется, порядок там трудно навести, и действительно, поэтому здесь, там, я вам скажу так, есть желание, тут осталось только время, которое просто планомерно мы к этому придем и делаем все для того, чтобы был порядок. Действительно, действующая, ну, люди увидели, что есть власть, что не надо шарахаться со стороны в сторону, искать, а вот эти мне помогут или вот эти мне помогут. Конкретно должно быть, мы должны, наша задача сделать так, чтобы мы. Если это Украина, это не там, ДНР, там, ЛНР и так далее. Здесь Украина. Поэтому вот это основная задача, но задача мы должны. И я вам еще раз скажу, это время. Время, сразу ничего не делать. Сразу полицию не построишь, сразу все патруны не начнут, сразу не научились добровольцы воевать. Не все сразу получалось, поэтому это время. Да. В Киеве Сепарев богатый. В Киеве? Нет, это большая дискуссия. Но, на самом деле, не все сепаратисты сделали. Не все сепаратисты сделали. Я вам скажу откровенно, штатки все были 21-го, какие-то шатания и так далее. Я был добровольцем, я пришел к этому, и я человек. Если я пришел правоохранительную систему, значит, я должен добиваться того, чтобы была знакомость. И все хорошо, и правоохранительной системе, и, ну, вот у всех органов государственной власти, да? Но если пришел, то надо добиваться, значит, должны все. Все, для всех законы на. Но извините меня, я понимаю, что ну, в последней ситуации, если что обсуждать, я понимаю, что я там просто стоял, был, ну, и защищал полицейских, там были разные ситуации, приходилось общаться и с активистами и так далее. Извините меня, но я понимаю, что там банки и так далее, это все российское. Ну, это проблема. Если я себе позволяю разбить, извините, мне сосед завтра не будет нравиться, я что, могу пойти к соседу кирпич в окно бросить?
Потом поставить палатки на Майдане и сказать, все, я герой. Извините меня, если ребята герои войны, им возложено все, а некоторые этим пользуются. И это просто-напросто, и я не понимаю. У меня ребята полицейские стоят, тоже герои войны есть. И когда им говорит ганьба, извините, он воевал там за законность. И он пришел сюда добиваться законности. Я не говорю, что все идеально. Но говорю о том, что добиваться есть ребята, которые хотят этой законности. Есть ребята, которые стоят там сейчас, они поворачиваются и смотрят, что у вас там творится, ребята. Мы там воюем. Или когда говорят полицейскому, иди воюй, молодому. Так извините, а он тут не воюет? А он тут не борется с преступностью? А кто? Человек в балаклавах, который в форме непонятно ходит по улице, в балаклаве, закрывает свое лицо. Они полицию, защищают. Тогда вот будет проблема. Вот в чем, вот я не могу их назвать сепаратистами, они не сепаратисты, но их поведение не могу понять вообще. Когда хочешь, чтобы был порядок, давайте разговаривать. Полицейский или как военный? Военный — это последний человек, который хочет стрелять. Не так просто это все. Полицейский — это последний человек, который хочет ударить, одеть наручники. И мы к этому ведем. Даже патрульная полиция дает. Задача — диалог вести. Ну, извините меня, хамство и так далее. Вот, ну, надо на самом деле начинать с себя. Я не идеальный, никто не идеальный. Но давайте начинать потихоньку с себя, и все будет нормально. Я не проработал в милиции, у меня нет опыта. Но я иногда поступаю, вот как не сердцем. И чаще всего, ну, у нас не все хорошие законы, там, правильно. Но чаще всего мне сердце подсказывает, как написано, оказывается, в законе. Ну, давайте поступать, давайте быть людьми. И для всех законы равны. И когда это происходит, и тебе кричат ганьба, ты бьешь и так далее, предатели, мне на ГПП некоторые товарищи с политических сил говорят, мы знаем, вы герой войны, но вам ганьба, вы полицейский. Мен, мусор, не знаю. Это ментальность человеческая. Это ментальность человеческая. Это надо менять. Я согласна с вами. Война, Майдан, все прошло. Мы живем, стремимся к хорошему. Не к Европе. Я с вами согласна. Это нужно работать просто над населением. А правильно вообще как бы воспитание должно быть. Это все идет с воспитания, понимаете? Поэтому да, это очень страшные вещи. В Киеве действительно это есть. Перепрошую, шановний пане поліцейський, питання наразі не в тому, що є якісь певні проплачені шоу типу громи. Питання в тому, що сьогодні в Києві конгломерат наших переселенців з Донбасу, частина яких приїхала сюди не з добрими намірами. Более 600 тисяч. І вони ведуть зараз відверту пропаганду сепаратизму. Вони відверто на кримінальних схемах заробляють гроші і направляють їх проти наших хлопців, проти вас. Мені зараз дуже важко цим героям в очі дивитися, бо я знаю, в Україні, в Києві люди відверто проводять антиукраїнську політику на сайтах, на своїх соціальних мережах. Вони просто поливають брудом нашу країну, нашу державу. Вони проводять ідеологічну роботу проти нас, проти цих студентів, проти наших дітей. І наша поліція, навіть той підрозділ, який зараз називається кіберполіцією, вони нічого не роблять. Ті люди спокійно роблять свої чорні справи. Вони, подивитися їх профіль, то вже ну, принаймні на 3-4 кримінальні справи. Вони ходять поряд з Печерським РУВД, поряд з нашим Главком, вони там вирішують свої питання. Їх ніхто нічого, як кажуть, їх не наказують, їх не ізолюють. Вони далі проводять свої дії. І коли бачиш там певні якісь випадки, коли підходиш до поліціянтів і кажеш, хлопці, відреагуйте, будь ласка, це не повага до наших військових, це не повага до наших студентів, це не повага до нашої молоді. Люди кажуть, ну перепрошую, але ми на це не маємо законних повноважень. Які ще треба повноваження, ну хоча б кіберполіція, да, яку так піарили, яку так просували. Проаналізуйте ці соціальні мережі. Людину знайти за цими там IP-адресами, всі ж, ну всі знають, що це дуже просто. Але в мене питання, чому наразі це не робиться? Чому ми мовчки з нашого мовчазного, нашої мовчазної згоди, ми оце спостерігаємо? Ну, послухайте,
Я не хочу оправдываться в рамках своих полномочий на самом деле и как то подразделение, которое сейчас создано, киберполиция. Да, в рамках своих полномочий здесь проводят перебирки. Заведено там оперативно-расшифровые какие-то заведены ОРД по факту и так далее. Но я вам не могу отвечать за вот это направление. Да? Больше направления, вот то, что вы говорили, лозунги и так далее, это больше направления есть подраздел разворачивания державности и так далее, служба ФСБ. В этом и все материалы, которые передаются чаще, если я видел совсем, передаются по этим подразделениям. Вот. Поэтому я конкретно количество, какие расследования, но немного не в моей компетентности, это именно больше киберзлочинец криминальный блок, но я могу где-то ошибиться. По всем заявам, которые проходят, по фактам выявления, проводится, заводится, вносится, если есть факты, вносится количество фактов. Я знаю об этом. Есть случаи, когда там оттуда приехал, турист приехал, здесь погулял, у нас факты эти передают, фотографируют и так далее. Есть моменты, когда полиция в этом не может законно, там, допустим, задержать и так далее. Есть много ситуаций, в которых отреагировать полиция, ну по факту. Помните, тут я перебью немножко. Добавлю. Просто есть, я так услышал, немножко, что проводят агитацию, разговоры. То есть не только нужно полагаться на полицию. Допустим, если есть человек, который что-то делает, антиукраинское. Вот. А есть люди, которые обурены этим, и они надеются, что кто-то сделает. То есть еще что-то оказывается. Можно поднимать еще общественность. Вот. Чтобы и она глаза не закрывала, и не жалко, как кто-то сделал. Но вообще эта тема ничего не нужна. По другому поводу собрать. На самом деле, сейчас я говорю за полицию. Тут больше вопрос политический. Здесь должны все со всех сторон давить на это. Спасибо вам. Перемога. От як достигти цієї перемоги?
Яким чином? Бо ми, коли ми будемо розуміти, з чим ми маємо справу, то ми отримаємо перемогу. Ці книги я намагався розповісти, що з радянських часів нам залишилась дуже страшна система, яка досі панує на Україні. І досі це є перешкодою нашому волі і з'явлінні незалежності України. І тому я хочу, щоб ви прочитали, я хочу, і ми будемо вас делегувати на таке, ви пройшли дуже велике випробування. Завдяки Богу, ви зараз з нами. Зараз ми створили актив по місту Києву, і будемо вас, також всіх вас, хто пройшов дуже велике випробування, делегувати на якісь посади, на громадські, тож, щоб змінити. І тільки тоді ми отримаємо перемогу. А щоб ви розуміли, що, з чим ви маєте справу, я кожному з вас хочу подарувати цю книгу, яка так і називається «Ціна свободи». Слава Україні! Ще раз дякую нашим.